Я не люблю понятие личных границ, потому что это же какая-то логика защиты. Вообще установление любой границы – это что такое? Это провоцирование агрессии. С другой стороны, когда человек испытывает агрессию, он пытается как-то как раз какие-то границы поставить. Я его не люблю, потому что оно говорит о нас плохо. Если вам надо ставить личные границы, значит, вы в кругу врагов, вы не уверены в себе, вам дискомфортно. Это сигнал о том, что что-то идет не так. Необходимость устанавливать личные границы, думать про личные границы. Хотя я понимаю, что меня немногие поддержат в этом, потому что сейчас модно. Но в значительной степени за счет того, что, понимаете, стало меньше такта в отношениях, меньше уважения друг к другу, меньше доброты друг к другу. И вот для меня появление самой этой формулировки «личная граница» говорит о том, что с обществом творится бог знает что. Люди стали слишком ранить друг друга. И если вам нужны личные границы, ставьте их. Но если вы хотите прожить, насколько это возможно, счастливую жизнь, старайтесь не обороняться, а пропускать агрессию, уворачиваясь от нее, и давать что-то, что людям, может быть, нужно, ценно. То, что нападают, они тоже зачастую не со зла, а из-за того, что чего-то не понимают, не доверяют, не любят. А тут уже и наша ответственность включается.